Чемпионская зачистка. К чемпионатам мира по футболу в Нижнем Новгороде избавляются от нелицеприятных объектов. В частности, от стихийных торговых точек. Даже на ярмарке сносят торговые павильоны, которые в 90-х годах были построены как временные, но простояли почти 20 лет. Теперь вид на одной из красивейших нижегородских достопримечательностей будет открыт. Однако и в других районах города такая работа ведется активно. Так, например, на Мещерке после просьб хозяев о добровольном сносе, который хозяева, конечно же, проигнорировали, районные власти ударили по незаконным торговым площадкам тяжелой техникой. Здесь было 22 нестандартных торговых объекта по реализации фруктов, овощей, шаурмы, продуктов питания. Сроки действия договоров на размещение данных торговых павильонов истекли. Администрация района провела мероприятие, направленное на принудительный демонтаж данных торговых объектов. Чётко были, работали. Ну все, уже сняли все. Шурма, срочно деньги, быстро деньги. У нас одно время вообще через киоск было срочно деньги, быстро деньги, какие-то быстрые займы. Вот прям вся остановка была в этом во всем. Я считаю, что это ни к чему в такой доступности. Ничего хорошего не было. Мусор за этими киосками, дорога никакая разбита. В компании здесь были, которые желающие выпить. Отлично. Они должны были еще при булавине снести. А вот растянулось на больше, чем на 10 лет. А сейчас будет хорошая конструкция, все сделать, будет красивая улица. Мы намерены благоустроить данную территорию. Здесь будет пешеходная зона. Ну, я думаю, что что-то лучше сделают, по крайней мере, симпатичнее. Сразу вид другой стал. Вот. А если еще сейчас все уберут, вычистят, так вообще благодать будет.